Так, друзья, всем привет. Что у нас продалось? Дядя Жора. Дядя Жора, иди сюда. Дядя Жора, иди сюда. Корабельные часики ушли. Значит, они идущие, но не идущие. Значит, тут надо немножко их подшаманить. Я уже показывал их. Или не показывал, не помню. Вот такой подсвечник, подстаканник. Космос. Кольчугина. Тяжелый. Магнитофон. Сразу предупредил человека, что здесь плохо открываются крышки. Но он рабочий. Пасеки крутят, все четко. Ребята, если есть предметы старины, присылайте, пожалуйста. У нас есть обучение на барахолках, антиквариату, нумизматике, фалеристике, другим видам антиквариата.